Червя, секунду, я потрачу. Подрихтую. Было нормально. Просто игрушечка великолепная. Да, Олег, на самом деле, я когда начал бухать, ребят, я просто на изичек боссов начал раскладывать. Может быть, надо реально бухать. Ребят, игра просто шикарная, очень красивая. Я надеюсь, что я когда-нибудь куплю себе компьютер топовый, чтобы стримить Full HD. Да ладно, Олежек, согласен. Ребят, игра просто великолепная. Просто великолепная. Здорово, Избанайт. Да ничего страшного, братан. Даже если ты смотришь кого-то другого, ничего страшного, бро. Реально, ничего страшного. Игра просто... Я даже готов заплакать сейчас, ребята. Я даже готов заплакать. Вот это мне не нравится, то, что она так есть. Ну давай уже, хорошо. Все, поехали. Поехали. Сквозь пустыню. Да ничего, ребят, вы же не моя девушка, блин. Если вы смотрите какие-то стримы, ну смотрите. Я же не против, ребята. Одну мою рожу надоедливую уже смотреть. Ну, блин, это же... Реально я, ребят, вот очень благодарен тем, кто приходит постоянно на все стримы. Не на Hearthstone только, либо еще на что-то. Просто на все стримы. Это реально, на самом деле, ребят, очень прикольно. Потому что смотреть мою надоедливую рожу постоянно, это... Хоть даже и пьяненькую слегка. Это реально очень круто. Ребят, игра просто шикарная, великолепная. Кто не знает, нам нужно добраться вот до той горы, ребят. И я очень надеюсь, что я когда-нибудь... Я не договорил, ребят. Спокойной ночи, Избанайт, сладких снов. Ребят, я очень надеюсь, что я когда-нибудь нафармлю себе железо топовое, чтобы стримить Full HD. Эта игра Full HD или какие-то такие похожие игры просто настолько красивые, настолько шикарные. Вау. Оп. Ребят, просто невероятно, невозможно передать, насколько она красивая. Примерно вспоминаю, что тут как, куда. При этом здесь не сложно, ребят, как в Bloodborne, кнопок не дохерища. Чуточку кнопок. Чуточка. Опа. И, ребята, у меня от ковров растет шарф. Шарф у меня растет однозначно. Это практически размер пениса, ребят. Во. Да. Заряжаем ковер, ребят. Ковры нужно заряжать. Я, если честно, уже не помню, куда идти. По-моему, сюда. Реал. Сноуборд, бойс. Сокол, ты еще здесь? Я надеюсь, что Сокол еще здесь. Ему понравится эта игра. Эх, фак. Не долетел, ребят, не долетел.
Sandboard. Здорово, Крокодайл Холокост. Здорово, братюнь. А, Соколс. Другой Сокол. Сори. У нас, кстати, два, ребят, два Александра Соколовых. Полные тезки. Я не знаю по поводу отчества, но имя и фамилия однозначно полностью совпадает. Ребята, эта игра очень красивая. Я прошу вас, наберитесь терпения досидеть до конца. Наберитесь терпения, ребята, досидеть до конца. Я даже винище еще налезил. Саундтреки просто невероятно красивые. Невероятно красивые. Невероятно красивые, ребят, саундтреки. Так, здесь, насколько я помню, нужно активировать эту хрень. Сим-сим, откройся. А, мне надо сюда встать. О-о-о, медитейшн. Это наши предки, ребят, наши предки. Это страна, это Journey. Если ты не смотрел в первый раз, как мы проходили эту игру, я тебе очень рекомендую досмотреть второй раз. Эта игра просто великолепная. Ребят, просто великолепная игра, одна из самых лучших, в которую я играл. Инди-игр, именно. Просто невероятно красивая, ребят. После нее настолько позитивное ощущение, настолько позитивное. Да, бро, предки накосячили, нам исправлять. Так и есть. Походу дело кто-то там впереди. Кстати, это игра, одна из таких игр, где к вам может подконнектиться кто угодно. Абсолютно кто угодно может подконнектиться, и вы можете вдвоем проходить эту игру. Да, худ, я второй раз прохожу ее, я обязательно пройду ее третий раз на стриме. После какой-нибудь трайхардной игры опять, чтобы расслабиться в эту игру. Это просто непередаваемое ощущение, ребят. Я надеюсь, что к тому времени я обживусь все-таки железом и платой захвата реально хорошей для этой игры. Ну, ребят, я вас обожаю. Честно, вы делаете реально, ребят, мой стрим намного лучше. Не я делаю свой стрим, ребята, а вы делаете мой стрим. Так и есть, так это и работает. Блин, я очень хочу посмотреть, как эта игра выглядит в 60 FPS карте и Full HD. Нас все-таки покинуло 10 человек, но ничего страшного. Стример без зрителей никто. Так и есть, ребят. Так и есть. Тут с этим даже просто спорить бессмысленно. Давай ковер, алло, ты чё?
исчез, окей. Мы освободили, ребята, маленьких коврят. Типтонец, привет. Еще раз. Китайский ковер. Китайский ковер, ребят, попался. Я просто пройду эту игру, хочу залить на YouTube. Я не уверен, что это эксклюзив, ребят, не уверен. Но вполне может быть. Я не видел этой игры на ПК. Я хочу залить, ребят, прохождение этой игры на YouTube. Реально очень хочу залить прохождение этой игры на YouTube. Это одна из самых красивых игр, которых я когда-либо играл, в которые... Так, давайте проверим. Вроде мы все собрали. Почти. А для PS3 и PS4 вполне может быть, ребят, вполне может быть. Dead Astronautage, братан, я бы с удовольствием постримил все игры, которые вы мне советуете, но у нас уже накопился очень большой перечень игр, в которые нужно поиграть, и это практически невозможно. Мы сначала доиграем все то, что есть, а потом обязательно постримим разные игры. У нас еще Alan Wake, ребят, на подходе, это очень красивая игра. To the Moon, игра тоже супер красивая. Если бы я еще не работал, ребят, я бы с удовольствием стримил бы все игры. Но мы же с вами понимаем, что стримерство и деньги... Бланко Делгато, привет, братан. Что стримерство и деньги — это немного разные вещи. Ну, по крайней мере, для меня. В чем смысл игры? Смысл игры в том, чтобы освободить ковры. Ну, добраться до горы, короче, до горы. Ребят, смысл игры — добраться до горы. Досидите, пожалуйста, до конца, ребят, до этой игры. Я вас очень прошу, вы не пожалеете. Я вам просто гарантирую. Гарантирую на 100%, что вы не пожалеете. О, мне туда надо добраться. Я там еще никогда не был. Ну и посмотреть на бухового стримера, ребят. Смысл игры вполне нормальный. Посмотреть на бухового стримера. Бухой стример топыч, ребят. Пятница же вечерок. Подождите, ребят, Мэтт Баммеру надо поинтов надо накинуть. Братан, это сатыга, братан. Ну, чуть-чуть выпившего, ребят, чуть-чуть выпившего стримера. А как мне сюда добраться? А мне только сверху, по идее, можно. Или нет? А, во. Все, я понял. Увеличиваем размер ковра, ребят. Размер ковра увеличивается со временем. Ремс. На PS3, да, скорее всего, есть. Я не уверен точно, ребят. Не, если вы хотите сами поиграть в эту игру, то тогда лучше закрывайте стрим, ребят. Закрывайте стрим. И идите играть в эту игру. Ковер, иди сюда. Ребят, вы просто великолепны, я вас обожаю. Смысл игры, ребят, увеличить размер вашего ковра. Дзен познаешь, не то слово. Не то слово, ребят, дзен. Мистер Дзен. Я еще в наушниках сижу, у меня музло прям шикарно заходит. Я даже свой голос не слышу. Что, в принципе, уже хорошо для меня. Ребят, размер пиписьки увеличивает только количество зрителей на стриме.
У нас их 104. Что, в принципе, не так много. И не обязательно, что супер круто. Фаллические символы? Да вы, батенька, извращенец. У меня, кстати, ребят, судя по сообщениям, скоро нагнется процессор. У меня уже бывают проблемы. Вау. Мы открыли путь, ребят, наверх. Ребята, блин, я последний раз, короче, начисляю троллпоинт, ребят, последний раз, потому что нам надо пройти эту игру. А давайте еще сатыга, я сегодня щедрый. Я сегодня щедрый, ребят. Та-та-та. Ребят, эта игра просто шикарнейшая. Лучшая из игр. Так, активируем эту батву. Дзен-буддизм. Блин, жаль, вы меня не видите, ребята. Неважно. Забейте. Я после этой игры буду спать, ребят, как младенец. Как младенец. Не, ребят, блин, сука, как я устал, ребята, с фейсхантов и секретпалов, вы бы знали. Я гамаю в Хардстоун уже очень давно, реально очень давно. Эти фейсханты, это просто реально феерический габздец. Я когда-то пытался играть фейсхантом, но я, ребята, не лакирок вообще ни разу, мне ни хрена не сдают. Просто ни хрена не сдают карты. Я фейсхантом ни разу легенду не взял. Я ни одного раза, ребята, не взял легенду фейсдекой. Ни одного раза. Все, наверное, 19 или 20 месяцев, которые я брал легенду, ребята, я взял их контроль деками. Или мидрейндж деками. Один раз друидом, 4 раза паладином мидрейндж. Потом контроль магом очень много раз и контроль варом. Это просто жопа. Ну, мне реально не сдают, ребят, просто не сдают. Ну то, что я не пидор, это факт, ребят. Хотя бы потому, что мне нравятся девушки. ОМГ. Ребят, я обязательно залью прохождение этой игры на YouTube сегодня. Жаль, оно у меня не Full HD, но тем не менее. Может быть, ребят, может быть. Вау. Я надеюсь, у вас так же красиво, как у меня. Но вы учтите, что если еще топовое железо взять и топовую карту захвата, то это видео будет в 3 раза круче. Сейчас, ребят, надо ВКонтакте к Сане написать, чтобы он зашел сюда. Это просто игра топовая. Сейчас, секунду, ребят. Все, я написал, ребят. О, Эндрю Филс, здорово, братюнь. Еще раз. 4-й раз сегодня с тобой здороваюсь.
Уоп. Давайте ковры. Атака ковров, ребят. Восстание ковров. Восстание ковров. Так, фолловеров вроде я не профукал, потому что алерты не работали в последний раз. Кстати, сегодня очень-очень хороший день, потому что мы побили, ребята, побили Darkest Dungeon. Мы побили Darkest Dungeon, это самое главное. Я так подумал, на самом деле, ребят, я, наверное, буду стримить на русском, потому что... очень много русских зрителей, если честно, есть. Эй, ковер, иди помогай мне. 3 дня осталось, чтобы взять тебе Легу. А какого ты Лела сейчас, братан? Бро, ты старайся, короче, главное поменьше мисплеев. Мисплеи тебя очень далеко оттягивают, если честно. Если бы у меня было очень много мисплеев, ребят, я бы не взял бы легенду так быстро. То есть я всего за 7 стримов взял легенду. Это реально очень быстро. И при этом я стримил, наверное, часа по 2, по 3. Так, стопэ. О, мне сюда. Не за ковром, ребят, не за ковром. Ну, я понимаю, что если бы это было в первый раз, так-то. Крипариан, кстати, нуб, ребят. Крипариан нубас. Он один раз только легенду взял, и то какой-то фейс колодой, и то и задротством каким-то непонятным. Зетаниус, спасибо, бро. Эта игра действительно очень шикарная. Я надеюсь, что ты здесь еще со времен Bloodborne сидишь. Эта игра просто великолепна. Я ее еще раз пройду, ребят, обязательно на стриме, когда у меня будет топовый ПК. Ну как топовый ПК? Топовая материнская плата, процессор и память. Видюха у меня одна из топовых, поэтому видюху мне не нужно менять. Мне нужно поменять только процессор, материнку. В принципе, можно SSD-хард еще и память. Все. У меня будет топовый ПК для стримов. Я могу стримить Full HD. Так, ковры, вы где? Скорее всего, мне сюда. Аренщик крутой, ребят. Для того, чтобы играть арену, достаточно просто... дронуть нормальные карты на арене и все. Арену катать, ребят, скилла много не надо. А вот в констре катать клево, это реально скилл, ребят. На арене, ребят, не скилл. На арене так кажется, что скилл, а там просто рандом. А вот в констре ты реально минимизируешь рандом. Бля, я чувствую, что я что-то пропустил, потому что я датенький такой, но да ладно. О, мне сюда. Ремс. Уоп. Бабки, ребят, если стрим только ради бабок, то в жопу такой стрим, честно. Подлюки, иди сюда. Ковры. Ковры. Атак. Ковры, атак. Нет, 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 это не так делается. Сейчас я, ребят, возьму эту хрень. Он такой ярый близбой. Я тоже, ребят, был ярым близбоем до тех пор, пока Близзарды не начали выкачивать бабло. А Близзарды, сука, реально выкачивают бабло, ребят. Это Близзарды, это профессиональные голд-диггеры, ребят. Они выкачивают бабло просто феноменально из людей. Хардстоун тому доказательство, ребят. Хардстоун выкачивает настолько нереально бабло. Просто нереально бабло выкачивает из людей. Все, ребят, бутылка вина кончилась. Пусто, бойс. Так, ребят, мы идем к горе.
А, ну танки тоже, ребят, выкачивают баблище нормально. Да многие игры выкачивают баблище. Самое главное, чтобы было место, ребят, куда можно прийти и понять, что, ну, вам рады здесь не за бабло. Это было сейчас Sell Out Boys, реклама моего стрима. Я рад вам реально, ребят, не за бабло. Данный стрим, ребят, не за бабло, все только for fun. ОМГ. Я помню эту локацию. Шторм, ребят, шторм. Философ детектед. А когда я бухенький, так вообще рад. Так, погодите. Вообще всем рад, ребят. Жизни рад. Что-то я пропустил, ребят. Эй, ковры, алло. Давненько я играл в последний раз в эту игру. Не помню ничего. Ничего не помню. Ковры, иди сюда. Ковры. Ковры. Нет. А, во, все, я понял. Сейчас, секунду. Создатель копалки, что за копалка, ребят? Че это так? Че это за говнище? О! Все, ковры, ковры помогают. Иди сюда. А че вдруг звук резко прекратился? Бури. В коврах сила, брат, да, ребят. В коврах сила. Вообще я уже в толканшке хочу. Пытаясь искать вершину горы, всегда единый. А, бро, я в курсе, я в курсе. А, не нужно спойлеров, ребят. В этой игре точно не нужно спойлеров, потому что эта игра, она вообще не сложная. Просто нужно подождать 1.5 часа, когда мы пройдем ее. И она очень красивая, ребят, очень красивая. Игра просто супер, супер топовая. Все, мы дошли до конца. Сейчас пока будем открывать эту хрень, я пойду добегаю до туалета. Добегу до туалета. Все, я до туалета, бойс. Бля, чуть винище не пролил. Так, в определенных местах музыка будет исчезать, типа, смена обстановки. Ага, ага, ага. Так, ребят, секунду. Ага, ага, так, да-да-да. Все, мы вроде все активировали, здесь посидели, да? Да, окей, гоу обратно. Почему я не могу камеру менять? Алло. А, во, почему, точно. Потому что здесь долбанный контроллер. Репс. Давай, ковер, поехали. Та-т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 а. А
Арнимил, здорово, я был кое-где. Кое-где в хорошем месте для меня. На коврах, ребят, на ковре, вертолете мы летим, а вы... О, блядь, как же красиво. Сноуборд, бойс. Ребят, просто шикарнейшая игра. Да, на ковер, ребят. У меня, кстати, там в туалете есть ковер. Сальтуха. Ребят, игра просто великолепнейшая. Не знаю, наверное, одна из самых приятнейших игр. Как к хоррор-играм отношусь. Ребят, мы на стриме прошли Outlast. Ребят, Outlast мы на стриме прошли. Может, свою рожу убрать, ребят? Сколько стоит эта игра? Сколько стоит эта игра? Эта игра где-то стоит, наверное, рублей... Ну, в PlayStation Store она стоит где-то 1000, наверное. Это очень мало для PlayStation Store, ребят. Это очень мало. Топовые игры стоят где-то 5 косарей. Ребят, кстати, после стрима Outlast'а, наверное, очень много зрителей у меня добавилось, потому что это был один из самых топовых стримов. Напоминало шоу Бенни Хилл, ребят. И, кстати, мы обязательно, ребят, постримим The Evil Within. У меня есть The Evil Within. Мы обязательно его постримим, ребят. Обязательно. Так что хорроры еще будут. Ну, не будет амнезии, не будет пенумбры. Пенумбра, кстати, была, но она что-то такая тягомотина. Знаете, не страшная даже ни разу, а просто тягомотина какая-то. Где ребусы надо решать. Вроде все открыли, да? А, нет, вон еще одна есть. Outlast реально был прям топовый стримчик. Я, к сожалению, потерял, потер все видеозаписи, которые у меня остались. Layers of Fear не пробовал, ребят. Сейчас все стримеры играют в Layers of Fear. Это новый вроде как хоррор. Evil Within не страшная? Но я ее уже купил. Давай поиграем хотя бы. Ради прикола. Layers of Fear. Здравствуй, Асакура. Японский никнейм. Очень люблю японщину, ребят. Асакура, если ты, кстати, не подписан на Ретро Гайджина, обязательно подпишись на Ретро Гайджина. Он стримит на английском, конечно же. В основном. Но он живет в Японии. Он знает еще японский. Один из самых лучших стримеров. Я только на него, собственно, и подписан. Это единственный чувак, на которого я подписан. Ретро Гайджин. Плевать, что у него длинные волосы, и он похож на гея, но тем не менее. Асакура. Окей, бро. По-моему, там что-то было. Да, вон там наверху что-то есть. Не долетел. Сейчас, ребят, долетим, секунду. Расскажи шутку, Арнимил, почему тебе грустно? Короче, шел медведь по лесу, видит, машина горит. Сел в машину и сгорел, блин.
О! О, долетел я. Ура. Ковров, ребят, реально нужно больше, потому что я могу дольше летать с этими коврами. Опа, поехали. Начинается одна из самых красивых частей, ребят. Сноуборд пати. Подожди. Кура в доте. Асакура. Прости, бро. Я не японь, я, ну, как бы, по-японски не разговариваю. Суть этой игры, ребят, сейчас вы... суть этой игры просто наслаждаться красотой, ребят. И дойти до горы. Может быть, вам, конечно... Ну, блин, если не нравится, если некрасиво, то... Не знаю. Но она просто расслабляющая, ребят. Это музыка. В основном это атмосфера, это музыка. Ну и бухенький стример. Ну, очень красиво, ребят, ну... Просто наслаждаться игрой, ребят, в этом суть. Атмосферой. Ну, блин, ну насколько же красиво, ребят. Просто золотой песок. Хочу, ребята, куда-нибудь на море. Хочу на море. Ну, посмотри, ну уже клёво же. Ну. Офигеть. А, татуху набил, блин, братан. А где ты татуху набил? Тебе, говорит, не в дотку играть. Ребят, сори, но сегодня, короче, выдача троллпоинтов закончена, но... Это было достойно троллпоинтов. О, еще, продолжаем. Продолжаем, бойс. Продолжаем сноуборд. Сноуборд маста. Ну это же пипец просто, как красиво. Ух! Ух! Рняу! Офигеть, ребят. $5200 ммр в дотке. Ничего себе, это нормально. Это на 1000... На 1000 ммр больше, чем у меня было. Это реально на 1000 ммр больше, чем у меня было. А, маню тебя к алкоголю, братан. Не, забей, алкоголь говно. Сейчас, ребят, я дочитаю. Арнемил, да, я забыл совсем, что ты девушка, прости, пожалуйста. Прости. Ты просто только на Харстон обычно приходила, а теперь... А, подожди! Так ты же обо мне узнала, по-моему, только на этой игре. Ты же уже была, когда я стримил эту игру, нет? Разве нет? По-моему, была, была, была. А когда ты в последний раз играл в Дотан? Год назад, ребят, год назад. Последняя капля вина, ребят, была. А, нет? Прости, пожалуйста, я перепутал. Просто была одна девушка, которая пришла только на эту игру. Лойч! Welcome, добро пожаловать.
5200 ты на 5000 больше, чем я налил. 5к, фу, блин. Не, ребята, жесть вообще. А, я просто слишком взрослый уже для таких игр, Dota, это... Ну, это просто фармадрочер, ребят. Ну, ты огребаешь. Простите, ребят, простите, я огребаю. Просто в Bloodborne невозможно без винишка играть. Мы начинали в Bloodborne, а закончили, собственно... А, твой Steam ID, братан, если хочешь, добавь меня. У меня такой же ник, либо Амрита, Амрита 108, в принципе, так можно найти меня. О, ребят, сейчас будут неприятные ребята, которые жрут мои ковры. 5К ММР, я понял, братан, что ты про 5К ММР. Я же... Хэштег Саня не туп... Fuck you. Чё так темно? Играешь в лучшем случае один раз... Красавчик, бро. Задрачивай работу. Это на самом деле очень, очень хорошо. Ребят, сейчас будет неприятная локация. У меня могут сожрать ковры, ребят. Все мои ковры могут сейчас сожрать. Пытался в ход... Не, в ход мне что-то не поперло вообще. Ход с какашечек. Ребята. Свет опасный какой-то. Не пойду на свет. Это на моей совести нет, бро. Это на твоей совести, потому что ты слабак и не можешь без алкоголя. А то, что я тебя сманил на черную сторону, это уж извините, у меня-то нету никакого. Я не колю себе астероиды, я не делал себе татух, я могу пить винцо. Ребята, вот эти... ковер зашугался, значит, и нам пора шугаться. Если честно, не помню уже, что здесь, но я помню, что здесь какие-то хмырилы меня могут ковер мой сожрать. Ну пей тогда, если можешь. Винцо в порядке. Эта игра, ребят, просто шикарнейшая. Просто шикарнейшая. Нас осталось мало, но мы можем в эту игру, ребят, мы можем в эту игру. А другие нет. А, так, 4-5к часов в дотке жестко. У меня и косаря не наберется за 5 лет. Да ты, басика, крут. Я не знаю, сколько часов у меня, ребят, в дотке. Честно, не знаю. Сейчас мы пытаемся пройти эту локацию. Сейчас, ребят, секунду. Вроде успех. За двор и ковер стреляю в упор. Нормальная тема. Это песок, ребят, нам надо вниз. Нам надо вниз, и сейчас будут неприятные ребята. По-моему, я даже вижу одного вдалеке. Господи. Барс! Барсук Пердун. Зачем ты заставил меня произнести твой никнейм? Но тем не менее, welcome, welcome, братюнь. Когда у тебя спросят, как провел пятницу, скажешь, на коврах летал, винишко пил. Так и есть, ребята.
One damage of little. Летал, ребят, летал, летал. Вот они, эти змеи, ребят, вот это, вот они. Негодники. Сейчас сожрут этого ковра, ребят. Вот этот ковер один, отбившийся от стаи. Он, бедолага, сейчас умрет. Мы боимся света, ребят, мы боимся света. Я сейчас чуть не обосрался, ребят. Я сейчас чуть не обосрался. От страха, конечно же. Сань, когда у тебя спру... А, простите, я... Да. Саня молодец. Саня читает комментарии по два раза. Арнемил, не ругайся, девушка мне для ругаться. Мужикам еще простительно, но девушкам нет. Не, я не алканат, ребята, я норм, пацан. Он пидорк летает. Сань, когда у тебя спросят, как провел пятницу, скажешь, на коврах летал, винишка. Мэтт Баггер. Ребята, я вас обожаю. Я вас обожаю, Булас. Сука, ковер сожжёт. Я вас обожаю, ребят, вы красавчики. Я сейчас расплачусь от смеха. Лалки. Я, кстати, не знаю, если кто-то нас смотрит на Good Game, ребят, простите. Я слакаю Good Game очень жестко. Очень жестко слакаю Good Game. Так, нам на свет нельзя попадаться, нельзя. Fuck you. Я сейчас чуть не обосрался, номер два. Давай, беги, беги, падла. Чё ты обосралась-то от страха? Я знаю, я тоже обосрался, но беги. А, нет, 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 нет. Сожрали ковер, ребят, сожрали ковер. Я уже батл, ребят, я уже добил батл, ребят, добил батл. Battle of Wine. Рожа краснеет, писька твердеет. Это со своей ковры потеет. Впарять комментарий. Так, ребят, чую я, что у нас на Good Game было много зрителей. Подождите. Good Game, простите, пожалуйста. Давайте посмотрим Good Game. Good Game закрыт, ребят, сори. Писька у меня потеет, ребят. Писька потеет, Good Game твердеет. И ковер у меня уменьшается, ребят. Уменьшается ковер. Что не есть good. Гол за второй. Придется идти в магазин, ребят. Придется идти в магазин. Я не хочу идти в магазин. Стоп. Вот эту письку надо задоджить. За ней вторая пиписька. Длинная пиписька, ребят. Даже третья. Напоминает чем-то матрицу, ребят. Напоминает чем-то матрицу. Пидорги, вы где? Где-то далеко. Да, ребят, холодно, холодно, просто ковер маленький. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Вроде мы задожили. А, нет, не задожили. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Еееее! Динг-донг, ребят, динг-донг.
Минг-бонг. Дин-донг. Дин-донг, минг-бонг. Уоп! Зафейлили, ребят. Остались только самые стойкие, ребят, на нашем стриме. Самые стойкие. Диджей Ганджа, кстати, бро. Ты здесь постоянно сидишь. Capcat, how you doing? I believe Capcat is not a Russian speaker. But how you doing, man? I'm speaking English, so you can communicate with us. Turbo 9999. Все вот эти ребята ничего не пишут, просто молчат. So guys, by the way, if you speak in English and you just shy to speak English in this chat, in this Russian chat, please feel free. Just speak speak English with me, with chat. Chat is actually speaking English. They are not dumb. They speak in two languages, at least. Не парься, Саня, ты еще молодой, ковер вылезет. Да боты? Не, ребят, нету ботов. Не используем ботов. Ребят, мы не используем ботов. Вообще ни в коем случае. Кстати, good game, если вы здесь, простите, ребят, простите. Простите, пожалуйста. Но у меня закрыт good game, я не хочу открывать, потому что долго. Я потрачу кучу времени. А нам осталось еще, ребят, полчаса, чтобы пройти эту игру полностью. Полчаса. А, кстати, ребят, в партнерке мне реально отказали из-за того, что сказали, что у тебя канал, короче, ботерский и вообще пиздец. Ты урод и дебил. И если ты их не используешь, короче, то скажи пацанам, которые за тебя их это делают, чтобы они этого не делали. А и в жопу их. В жопу партнерку, ребят. Хотелось бы, конечно, эмоуты, чтобы рейдить. Чтобы рейдить. Хорошенечко. А это был не я, ребят. В начале, да, это страна, в начале. В начале, короче, в начале. В самом начале, за что я, кстати, безмерно благодарен. Лена Головач попала на наш стрим по Хардстоуну. И с 200 вьюеров у нас стало 800 вьюеров. Благодаря Лене Головачу. И в тот самый момент, ребят, вы как раз все, вы практически попали на мой стрим. Я не говорю про Типтониса, Типтонис, по-моему, попал только на Darkest Dungeon. И благодаря этим самым ботам, ребят. Теперь это украинский чат. Ребята, если бы я мовил по-украински, я не вопрос. Да, голова члена, ребят. Голова члена. Тот самый парень, которого вы ненавидите, который школяр, он очень неплохо засупортил наш стрим. Очень неплохо засупортил. И как раз... В том числе, благодаря. Да, Головач меня, ребят, апал по ботам. Как бы это ужасно не звучало, но именно он саппортил наш канал в основном. Это я спалил, блядь, сейчас. Ты у него в перме на канале? Ну ты просто агрессивный, братан. Ты на самом деле немного жестишь. Иногда. А иногда норм. Иногда жестишь, а иногда норм. Оу. Ты иногда не в адеквате, бро. Да ладно тебе, что ты? Я тоже петух тогда получился. Ну, у него просто, видите, он молодой, как бы, да, стример. И у него в основном школярская аудитория, поэтому кажется, что он петух. Но на самом деле он нормальный парень. Просто у него аудитория такая, значит, собралась, когда уже стрим тяжело переделать. Вот как у Форсена, ребят. Стрим Форсена. Что такое стрим Форсена? Это там сидят школяры, короче, и спавнят. Спамят просто по полной программе. Он пытался сделать саб-мод. Но у него даже сабы, ребят, даже сабы, короче, спамят какое-то говно. Гусей спамят. Понимаете? И...
Он изначально, короче, набил аудиторию школяров и теперь об этом жалеет. Форсен. Нормально? Вообще лол. Ну сам виноват, как бы, чё, братан, нахер школяров туда набивал. Да, блин, овер до хера денег. Ребят, разве в деньгах счастье? Вот он сейчас имеет овер до хера денег и пытается стрим сделать себе нормальный, с нормальной аудиторией, и у него ничего не получается, потому что школяры руинят все вообще. Нормально? О, лол, что это за херня? И что это такое, ребят? Ты в жопу эти донаты, ребят. Я ни за какие бабки не готов, короче, терпеть этих школяров. Нахер. Не, есть нормальные школяры, я не спорю, но есть просто дебилоиды. Я сейчас не помню, куда нам идти. Одни работяги, да, ребята, одни работяги, это факт. Эй, братан, давай. Пепелац, пепелац, плиз. Я думаю, что в данный момент... Школу год назад закончила. Я думаю, что в данный момент школоты, я имею в виду школоты в плане дебилоидной школоты. Аля, как гусей поспамить. Ну, сейчас же никто не спамит гусей, ребят. Значит, и нету сказать. Школу год назад закончила, 17 лет, братан. Хотя нет, подожди, 18, по-моему. Школяр, да, он в душе, ребят. Ну, в принципе, я тоже в душе школяр, раз я сижу и играю в эти игрулечки. Давайте полетим на ковре самолете. Давай, ковер, куда нам? Говори, куда нам. Как тут гусей спать? Не надо тут гусей, братан, не надо. Будешь просто затаймаучен, по-братски. По-братски затаймаучен. Блин, как глубоко, да, ребят? Школяр, он в душе. Школяр, он в душе. Глубоко, ребят. Глубоко, бойс. Симулятор Аладдина. Ловко. Ребят, главное ковер не просрать. Главное не просрать ковер. Рем. Рем дам дам. Там да, рем. Эндрю Филдс, он у нас, конечно, жестит иногда, но в целом он хороший парень. Так что, Арнемил, не обращай внимания на то, что он иногда пишет пургу. По крайней мере, он довольно адекватен. Наркоманская игра? Ну, не скажу так, не скажу. Киржаченко, привет. Ты попал на одну из топовых игр. Как раз под концовочку практически уже. Одна из топовых игр. Тяжелая наркомания причем. Вы знаете, ребят, мне нравится эта игра в основном из-за музла. В основном из-за музла. Ты сам... О, Антошка, привет. Ну, если ты гомосятину всякую не писал, да-да-да, было бы вообще склево. Оп, изи. Блин, винище кончилось, я хочу еще. Вперед прыжок, вперед, назад, влево, вправо прыжок и собрать все эти хреновины на кружочек. То есть, по сути, здесь скролл, крестик и кружочек. Три кнопки, ребят.
Ori and the Blind Forest мы прошли на стриме. Ребят, когда я заканчивал Ori and the Blind Forest, у меня на стриме было 3 человека. 3 человека. Один из них был, по-моему, Dead Astronaut. По-моему, он был. 3 человека, ребят, было на стриме. И вот сейчас без шуток говорю, ребят, 3 человека. Кстати, здорово, Ноен. Это было ржачно. Я прошел одну из самых приятных. Береги ковер с молоду, да, ребят. Береги ковер с молоду. 3, блядь, человека, ребят. Да, есть зрители, которые только Хардстоунчик смотрят. Нитка и кот. А, не, не покупал ее, ребят. Ну как-нибудь пройдем, когда все стримеры закончат в нее играть, как-нибудь пройдем. До конца не засмотрел. Ребят, очень прикольная игра. Ori and the Blind Forest тоже очень шикарная игра. Не знаю, почему вам не нравятся вот такие инди-игры. Очень-очень добрые, позитивные игры. Unravel, да, ребят, Unravel эта игра называется. Точно, Тептонис, ты прав. Про кота, и тоже очень хорошая игра. Музыка, музыка шикарная. Я видел немножечко моментов. Просто все стримеры стримят что-то, и я не хочу стримить то, что стримят все. Фейс Шурика топовый. Особенно, когда бухенький. О, ребят, начинается зима. Да, ребят, игра реально очень добрая, очень хорошая. Вот я просто играю сейчас в эту игру, потому что после Bloodborne хочется чего-нибудь доброго, позитивного, чтобы спокойно лечь и заснуть, ребят. Мы уже приближаемся к концу. И мы, кстати, можем замерзнуть. Эй, алло. Опусти, сука! Прицел вниз. И видите, у меня ковер тратится со временем, ребята. Здесь ковер не работает, я здесь летать не могу. То есть я заряжаю ковер, иду и все. Ребят, сегодня... сегодня в порядке стрим. В зелике даже, в зелике. Ноен в зелике. Ебать. На самом деле я просто веселенький, ребят. Не бухенький, а веселенький. Ребят, я девушкой так не буду восхищаться, как игрой. Девушки, как правило, все вначале хорошие, а потом начинают парить мозг. Причем парить мозг безосновательно. Все, это у них в крови, ребят. Это у них в крови, надо как-то смириться с этим, терпеть. Ой, я помню эту ботву. Здесь будет шторм, ребят, здесь будет шторм. Я, кстати, могу замерзнуть, by the way. Сученый шторм, ребят. Fuck you, шторм. Анастасия, к сожалению... Анастасия в общежитии, ребят. Не, ребят, не надо. Бить никого не нужно, нужно просто... Ой, я рано вышел. Рано вышел, ребят, рано вышел. Да не, ребят, просто нужно как-то мириться с этой фигней. Я просто очень, знаете, такое, тоже импульсивный. Когда мне начинает парить мозг, я просто прихожу в бешенство, если честно. А так не надо, ребят, делать, так не надо. Надо все-таки смириться с тем, что мозг тебе парит. Главное, не добро. Пятница, ребят, все немного пьяненькие. А где там тренишь? В каком районе обитаешь? Я как бы тоже заканчивал мне это и здесь обитаю. О, прикольно. Треню я, бро, в спортиве в 15-м районе.
Прихожу, как правило, вечером, либо рано утром. Вот. Так что, если ты тоже там тренишь, то подгоняй как-нибудь. Сейчас будет еще один, по-моему, запал. Так и есть. Так и есть, ребят. Если вам девушка не позвонила, не спросила, как у вас дела, хотя бы даже не написала ВКонтактике, то ей реально на вас похер. Это правда. Я вообще не знал, Арнемил, что такая ругающаяся девушка. Ругаешься так жестко. Давай, ковер, тебе, конечно, хана. Тебя сейчас сожрут. Но тем не менее. Либо ты замерзнешь, я не помню точно. Но с ним что-то случится, ребят. Да, сейчас его сожрут. Ты сильно рейтинг? Где ты? В Хардстоуне, что ли? Забей вообще. Не парься. Хардстоун сейчас не тащит. Арнемил, как правило, смотрит Хардстоун, ребят, да. Ну, на самом деле, давайте без всяких... без всяких шуток. В Хардстоуне у нас больше всего зрителей, ребят. В Хардстоуне. Было 450 максимум настоящих. Я сейчас не проработав. Когда Лена Головач нас ботил, то было 800 или даже 900, что ли, там, под 900, короче, было. Все в основном восхищаются. Была второй, сейчас девятый. Я когда, кстати, пьяненький, ребят, стримил Хардстоун, точнее, не стримил, а играл в Хардстоун. С первого левела одной победы легенды, ребят, слил до, угадайте, скольки? А до 13-го. Рямс. Помещение тепла, ребят. Рям. Слила, конечно, жестко. Жестко слила. Я, ребята, угадайте, до какого лела я слил? Тот, кто угадает, до какого лела я слил рейтинг с первого, когда был пьяненький, а тому я дам, ребята, Саня, дно, это факт. Тому я дам 100 тролл-поинтов, ребят. 100 тролл-поинтов тому, кто угадает, сколько рейтинга я слил, когда был первый рейтинг. Одна звезда до легенды. Суки. Ладно. Ладно, не дам никому тролл-поинтов. Дам себе, ребят. Отниму себе лучше. Отниму себе тролл-поинтов. Отниму себе. Ремув. Кармик. Куала. 5000 тролл-поинтов. Ладно, ребят, все. Сори. Я дебилоид просто. Рем. Лол. Лалка, ребят, лалка. Я понял. Рам. Давай, ковер. Иди сюда. О, Кошеня, привет. Хорошая винишка, да, было. Ну так, химозная, на самом деле. Химозная, ребят, химозная. Ой-ой-ой. Началось, ребят, началось. Зима, зима говно, ребят, ненавижу зиму. Давай, родная, ползи. Ха-ха-ха. Да ладно, нормально. ЗОЖ, ребят. Ну, можно, наверное, выбить. Но если вы, кстати, все-таки трените по хардкору, и в пукан себе стероиды.
то алкоголь нельзя, а то сердечко может прихватить. А если сердечко прихватит, ребят, это не очень хорошо. Главное не замерзнуть, ребят. Главное не замерзнуть. Ковры, помогайте мне. Да ладно, что вы, ребят, геи тоже люди. Даже если, ну, даже если кто-то здесь в чате гей, ребят. Ну и что дальше? Перед вами же они в попу не долбятся. Не целуются там. Ничего такого. Я сейчас обосрался, ребят. Вот прямо сейчас штаны навалил. Ай-яй-яй. Я не хочу уменьшать размер своего ковра, ребят. Размер своего ковра не хочется уменьшать. Он улетел вроде, но обещал вернуться. А вот он вернулся, собственно говоря, и мне хана, кажется. Еще ветер подул, да. Чую я, что мне хана. Страпон в пукан. Давайте, ребят, не... Давайте, ребят, не будем об этом. Давайте избавим наш чат от этого говна, плиз. Мне лично не прикольно об этом говорить. Не знаю, как вам, но мне нет. Ребят, давайте опустим это, эти разговоры. Так, ребят, я пойду вот сюда. Я спрячусь в доме. Ну, чат, во-первых, гомофобский. Да я и сам, по сути, гомофоб, если честно, ребят. Но только в реальной жизни. Если в чате кто-то есть, там... нетрадиционной ориентации, скажем так, то, ну, мне как бы, ну, все равно. Фу, натуралы в чате. Ребят, серьезно, давайте без этой фигни. Они как бы вам ничего не сделали. Это реально болезнь, ребят, вот, вот без шуток. Это реально болезнь. Которая неизлечима, к сожалению. Вот если бы вы болели раком, к примеру, и я бы над вами ржал, вам бы точно не понравилось. Блять. Долбаные хрены. А вот этих летучих голландцев я ненавижу еще больше, чем геев, ребят. Опа. Проверяем, ребят, проверяем. Где кто? Да, вот они летят. Летят голландцы. Все, идем. Мэтт Баммер абсолютно с тобой согласен. Так что давайте, ребят, избавим наш добрый чатик от... такой херни. Если кто-то гей, то, ну, это его проблемы. Ему с этим жить. На самом деле у геев не меньше проблем, ребят, чем у натуралов. Намного даже больше. Просто если ты, ребята, долбишься в попу, то вероятность заразиться ВИЧем намного выше. Формируется в 4 года. Нет, Арнемил. Фу. То есть, а остальные ребята в 4 года выбирают топовым сексуальным объектом маму? Фу. Чего вы такое говорите, ребят? Вау. Красотенечка. Красопеточка. Красопетка, ребят, кстати, по-украински, насколько я знаю, красотка, да? Скажите мне, кто у нас... У нас много зрителей из Украины. Так что, ребят, если я прав, то... скажите мне об этом.
Здорово, Гровок. Сюжет игры не дать себе замерзнуть. Гровок, ты, кстати, подошел прям под конец игры уже. Сейчас будет конец скоро. Сюжет игры дойти до горы, бро. Дойти. Мы являемся существом, которое потерялось в пустыне, я так предполагаю. И нам нужно найти свой дом, ребят, найти свой дом. Вернуться туда, где нам место. И не умереть при этом. И наслаждаться музыкой, ребята. Наслаждаться атмосферой и музыкой. Вот смысл игры. И не замерзнуть, мать его. А бури здесь снежные, ребят, бури здесь снежные. Нет, 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 нет. Почти дошел, нам надо сюда дойти и спрятаться здесь. Ох, все, прошли. Ура. Да, и обязательно ковер увеличивать, ребят. Обязательно увеличивать ковер. Вот она гора, ребят. Вот она гора. Как говорится, если гора не идет к Мухаммеду, то Мухаммед идет к горе. Что такая короткая? Иду к горе, ребят, иду к горе. Минут 15, кстати, неплохо. Мы почти пришли, ребят. Игра короткая, потому что, по сути, здесь... Ну, что здесь делаешь? На востоке с мини-моделью земного рая. Типтонис, Типтонис, бро. Глубоко, глубоко просто. So deep. К счастью, ребята, хер не растет от подписки. Это страна, вот красавчик. Блин, ребята, я сейчас замерзну, мне кажется. Луна, ребята, луна. Мы ползем на вершину горы. Зима, холодно. Слава богу, волков, ребята, медведей нету. А, нет, 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 нет. А, мы замерзли, ребята. Блин, я не прошел, ребята. Я чуть не дошел. Фак, иди, живи. Саня, живи. Саня, хэштег, ребят, Саня, живи. В чатик, пожалуйста. Факин Пампиро, ребята. К сожалению, мы не прошли игру. Саня сдох. Почему в этом чате так любят обсуждать мужские половые органы? Не знаю. Не знаю. Ребята, к сожалению... Блин. Простите, ребят. Мы не справились.
Надо было больше вина, чтобы не замерзнуть. Простите, ребята, я обещаю, схожу в магазин, обязательно куплю вино. Хилок нету, GG, boys, GG. Отписка? GG, ребят, подписка, наоборот, подписка. GG, подписка. Предки! Предки пришли! Ancestor Call, ребят. Ancestor Call. Подписочка, ребята. Подписочка. Очень, очень у нас в чате. Очень у нас в чате, ребята, любят обсуждать мужские подписки. Я не знаю почему. Здоровенный... Ковер расти. Хэштег, ребята, ковер расти. Ты. Летим, ребята, в космос. В космос. В космос, ребята, летим. Летим в космос. Ребят, давайте без матов, пожалуйста. Это моя самая любимая музыка, ребят. Самая любимая часть в этой игре. Да, мы с Настюхой играли в это дерьмо, ребят. Мы с Настюхой играли в это дерьмо. Я обещаю, даже сделаю заставочку такую на загрузочном экранчике. А, нам сюда, кстати. Сноуборд, сноуборд, бойс. Наслаждаемся, ребята. Наслаждаемся музыкой просто. Наслаждаемся музыкой. Шурик, а ты вспоминаешь ее добрым словом или проклинаешь злым? Нет, добрым, добрым, конечно, ребят. Конечно, добрым. Она очень хорошая девушка, просто... Просто я немного не такой. Я немного не такой для нее. Я для нее странная, она для меня странная. Все очень, все очень. Все очень логично. Да, ребят. Да, было дело, я стримил с девушкой. Ну, частенько причем. Ух.
шикарно, да, ребят? Кагебуншин, но джутсу, ребят, сейчас был просто подсвеченный. Не знаю, бро. Ну как-то определенно могут. Ленточных червей. Ну, вроде да, как с Настюхой разбежались. Там непонятная какая-то история, если честно. И для меня, кстати, тоже. Ну, для меня, в первую очередь, ребят, непонятная история. Но, по идее, да. Красиво, ребят. Музыка просто шикарная. Просто шикарная музыка. Я обещаю, ребят, сделаю заставку под эту музычку. Самое главное закачать сейчас на YouTube этот видосик прохождения. Я думаю, я одним куском даже закачаю, ребят. Можно ли слить в этой игре? Не знаю. Я думаю, в любой игре можно слить, но не уверен, что в этой можно. Может быть, можно только растерять все свои ковры вот на эту тему. Красиво, да, ребят? Красота. Может и не для слить. Завтра Bloodborne, ребят, будет. Нам надо Bloodborne добить. Мы, в принципе, уже приноровились, ребята, как этой игре Bloodborne. Да, определенно. Но я, в принципе, когда в первый раз играл, ребята, я прошел ее с одного раза. И тоже, знаете, мы так, а-ля, давайте посмотрим, что это за игрушка была. Прошли ее на стриме. Просто буквально, ну, после Хардстоуна сказали, давайте посмотрим, что это за игрушка. И посмотрели, ребят, до двух ночи. За полтора часа дошли на одном дыхании просто. Игра великолепная. Наверное, даже лучше без моей рожи, ребят.